Личные данные 73 миллионов жителей США утекли в теневой сегмент интернета Darknet. Об этом сообщил один из крупнейших американских операторов связи AT&T. Среди слитой информации имена и номера социального страхования клиентов с 2019 года. По данным пресс-службы компании, 2 недели назад в системе оператора произошел крупный сбой, после чего специалисты заметили утечку данных пользователей. Эксперты по кибербезопасности продолжают расследование инцидента. Причину взлома пока не обнаружили.